Здорово, чатик, здорово! Чат, привет, 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 привет. Какой же он красивый. Что? Что, он лутался, сидел? Я его не заметил. Хорош, не увидел тебя там, брат, не увидел. Спасибо большое. Спасибо. Чатик, напомню, что да, арена была, и мы на арене были, братка. 7 декабря, закрытый пресс-показ. Если пропустил трансляцию на официальном канале Battlestat Games, эту пересмотреть. Интервьюшки, еще матч, и у нас в телеге много чего интересного есть. Попугай Аксель. Привет, Амур, как слетал? Нормально, нормально. Молодец, что вернулся. Спасибо, спасибо. Там что-то вообще жесткое. Ой-ой-ой-ой, привет, братик. Живой целый орел. Хороший мне снайпинг. Братка, прости. Подожди, а где тебя убил, брат? Если ты говоришь, что я тебя заснайпил. Это же вроде не ты. А, подожди, да ладно. Ой, с гранаты еще убили, пацаны. Все-таки гринка залетела, получается. Я еще это на мероприятии сказал, что вот это мероприятие как будто пробило стену между разработчиками и игроками. То, что есть понимание, что это такие же люди, такие же ребята, которые занимаются своим любимым делом. Вот. Многие просто стримеры до этого, например, мероприятия думали, что там разработчикам пофиг на фидбэк. Именно на их фидбэк. Не игроков даже, а вот лично на их. Убил? Убил. Понимаешь, то есть, когда разработчик, ты стоишь там, например, спрашиваешь у него там за какую-то проблемную часть игры, еще что-то. Он не говорит тебе, да, хурим, он тебе нормально объясняет обычным языком. Ты стоишь, его слушаешь и все это понимаешь. Вот и все. Вас не пригласили, вот и беситесь. Ну, типа того, да, брат, типа того. Кого-то не пригласили, вот и бесятся. Воришки. А где мой рюкзак, кто помнит? Где-то рюкзак свой скинул, да, чат? Мое добро. Ой, я двоих сбрил. Нормально. А вот мы рюкзак. Ну да, тут броники скидывай, не скидывай, все равно все воруют. Не стоит тебе сюда идти, брат. Не стоит. Но также хочу тебе напомнить, что скоро в Стиме начнется зимняя распродажа со скидками вплоть до 75%. Если вы не знаете, как заполучить желанную игру и закупиться играми на год вперед, с этим тебе поможет сервис Купикод. На Купикоде можно пополнить как баланс Стима с минимальной комиссией, так и купить игры напрямую на сайте и получить их гифтом на свой аккаунт. И важно заметить, что Купикод повторяет новогоднюю распродажу в Стиме. Новогодние скидки в Стиме, новогодние скидки на Купикоде. Но Купикод самая низкая комиссия, это не рекламный ход, это факт. На сайте есть раздел «Недоступный в РФ». Тут собраны игры, которые пользователи не смогут найти в магазине Стима, но благодаря Купикоду их можно получить на свой аккаунт, и не нужно будет париться о создании новых аккаунтов и так далее. По нашему промокоду комиссия на пополнение снижается на 2% и дает скидку 10%, если покупаете игру гифтом. Купикод — это больше, чем сервис пополнения. Купикод — это игровая экосистема. Они делают упор на честность и развитие комьюнити, а также организовывают турниры и предлагают систему лояльности.
Пополнение Стима происходит в несколько действий. Быстро, просто, дешево и безопасно. Сервис не запрашивает пароль и другие данные от вашего аккаунта. Требуется только логин, который нужно пополнить, поэтому ваш аккаунт останется в безопасности. На сайте есть наглядная инструкция, которая вам поможет выполнить все действия. Для начала необходимо ввести ваш логин, но будьте внимательны, не никнейм, а именно логин вашего Steam. Далее вводим сумму и выбираем необходимую нам валюту. Копикод может пополнить также аккаунты Казахстана в тенге. Удобный калькулятор встроен в сайт, который считает за вас все по актуальному курсу. После чего не забываем ввести наш промокод Амур. Нажимаем кнопку «Применить» и жмем галочку, чтобы подтверждаете, что указали логин Steam, а не никнейм. И переходим на страницу оплаты. Для зарегистрированных пользователей теперь действует постоянный кэшбэк на каждое пополнение. На копикоде появились карточки пополнения других регионов Steam по очень выгодным ценам. Лично я пополняю свой баланс Steam с помощью сервиса Купикод. Ну а ссылочки ты как всегда найдешь в описании и в закрепленном комментарии. Что за ужасный мужчина? Вот оружие торчит. С двух сторон. Можно на первом? Тут это тусуется у меня. Ух. Эх. Эх. GG. Пустил дымок, получается, по комнате. Нарезочку здесь. Да что очень много чувака убито. Так, тут одного сняли. Вот бот уже пушку свистнул, так понимаю. Тут я уже представляю, что это за легендарная пушка. Так, правильно, тут всех залутали, этого залутали, такой лежит. А, я еще кого-то. Да, точно, тут же парень еще прикал. А, это нормально, так зарубились. Остановите этого киберспортсмена. Не надо меня останавливать. Это вайп таможки, не? Еще дикие забагали, срезаться начали. Фу, это походу вайп таможки. Блин, такие катки реально не то, что на вес золота, блин. Но это же просто жесть. Вот эта лампа на локации таможня, когда взрывается граната где-то, и все лампы должны падать, одна лампа на третьем этаже не падает. Мы показываем. Оп, магия. Так, у меня тут было... Ой, так как мне все сложить-то теперь? Тут еще 47-й. Ой, какой вкусный. Да. И лачик тоже хотелось бы забрать так-то. Возле кухни еще ЧВКшник лежит. А, ну последний точно. Да-да-да-да-да. Чисто тики заберем. Так, тут еще один ЧВК, кстати, лежит. Его убил не я. Его парень убил тут на отходе. Потому что большую часть времени будут занимать вот эти тимбилдинги, тренировки и так далее. Что это было? Гильза забагалась опять. Челобот чуть меня в схрон не отправил под конец. Ну спасибо, я на выход, я жить хочу. Был бы обидно минут 40 лутаться, а потом откиснуть. Ха. Не, пока.